тумане на исходе дня. Преподаватели и воспитанники студии культурно-спортивного комплекса «Назаревский» подготовили концертную программу для торжественной церемонии передачи символов седьмого этапа эстафеты памяти «Салют Победе». На минувшей неделе назаревские дошколята, школьники и молодежь принимали участие в различных военно-патриотических мероприятиях. У нас на территории проходили выставки тематические. С детским садом и школой у нас проводились лекции, проводились контрольные работы учащимися, вот, которые показали хороший результат, и дети были довольны тем, что такой этап прошел на нашей земле. «Салют Победе» – проект особый для Одинцовского округа. Несколько лет назад его инициировал глава Андрей Иванов. Основная задача – познакомить подрастающее поколение с героями Великой Отечественной войны. Им самое главное сейчас – наше внимание, добрые отношения, наша помощь, поддержка. Они заслужили того, чтобы мы к ним так относились. Слава нашим героям. Мы их очень любим. Мы гордимся, что у нас есть наши герои. Седьмой этап военно-патриотической эстафеты «Салют Победе», посвященный городу-герою Смоленску, продолжается. Символы эстафеты – копия Красного Знамени Победы, клятва партизана и ручная противотанковая граната РПГ-40 уже побывали в Кубинке, Барвитинском территориальном управлении, Успенском. Теперь из Назарьева они переданы в Горское. Завершилось торжественное мероприятие исполнением легендарной песни «Катюша». Ведь именно на Смоленщине фашистские захватчики впервые испытали мощь этой боевой машины. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».